ОМОН с поединка. Евгений Моряк. Тебе все можно. Брат, красавчик. И чтобы подняться на другой уровень уже, соответственно, необходимо идти туда, там, где сложно. И я с максимальной ответственностью отношусь к подготовке. Я знаю, кто это, что это за человек, на что он способен. И ну, я не мешкался. Я просто вот, ну, я порадовался за себя, что у меня появился такой шанс выйти, разделить, так сказать, это будет октагон, да? Да, разделить октагон с таким именитым соперником, вот так. 100% Мариф не понимает, ну, на что он подписывается. Я там не то, чтобы я там завышаю свои какие-то эмоции, свои там показатели, я не знаю, свои способности. Нет, ни в коем случае. Просто реально профессиональные бойцы ММА, они недооценивают кулаки. Это, ну, это я вижу просто, я вижу из общения с ними, я общаюсь с разными бойцами, с разными людьми, которые уже понимают, что это такое, и видели, что это. А бойцы ММА, они думают, что раз они занимаются ММА универсальным боем, то им все нипочем, они смогут всех победить везде и всегда. И реально, реально, они недооценивают голые кулаки, потому что даже одев шингарды, ты можешь там где-то перекрыться. Ты можешь блок поставить, ты можешь защититься как-то вот. А в кулачных боях ты так просто не защитишься. Ну что ж, ну и, конечно, не менее заслуживающий уважения ваших аплодисментов и внимания зрительской аудитории боец – это Мариф Пираев по прозвищу, сколько там не было прозвищ, Пиранья, убийц. Я в Германии был, ко мне подходили там на улицах фоткаться, понимаешь? Моряк жди лоу-кик в голову и головой по печени. Ты, Мариф, там, когда ты... Друзья, был, мое мнение, был? Что Евгений Курданов если победит Марифа, так как он боксер. Он все время дерется только руками. Конфликтов нету, понимаешь? Самое главное, знаешь, для меня что? Да. Не сдаться и не упасть. Между боями без проблем. Хоть с пельменем, хоть с папой. Вообще без проблем. С кайфом вышел бы, реально. Моряк, в этом бою мои кулаки будут с тобой разговаривать, братан, готовься. Ты все. В этом бою капу проглотишь. На голых кулаках это будет Fight Nights. Ну, раз уж мы тут как бы собрались, давайте тоже по 40 секунд друг друга панча дадим. Всем привет. Судя по последним боям Марифа, он последний раз как профессионал дрался очень давно. Его бои в поп ММА, там его ни разу не пытались сильно ударить. Ну, открыто говоря, если вы посмотрите эти бои, его ни разу не пытались сильно ударить. Вот. И, но так как наш бой будет проходить на арене Fight Nights, и как, так как Мариф сказал в последнем посту, написал, что мои шутки на уровне пятиклассников, и когда он придет на корабль, я с него спрыгну. Так что, Мариф, ты отлетишь от пятиклассника 24 числа. Всех приветствую. Я давно не дрался, я очень голодный. 24-го я выйду, покажу на все, что я способен. Кто-нибудь закажите Макдак. Ну, в бою я все покажу, я здесь не буду разговаривать. Ну как, ты победишь или нет? Скажи, я хочу знать, я приготовил лаванду. Это бой, там все что угодно может случиться, но я только рассчитывая на победу, выхожу. В процентах сколько на победу? Ну, 100%. Любой из нас выходит туда выигрывать, не проигрывать. Ну, я тоже когда-то давал 100%. Выигрывать, да? Потом, да. Что-то пошло не так. Это, Алекс, когда ты был с бензопилой? Да-да, у меня была одна ошибка, я бензопилу оставил за клеткой. Как проходит подготовка к бою? Потому что, ну, соперника, спарринг-партнера уровня Марифа подобрать трудно. Делаешь ли что-то? Подготовка к такому сопернику, как Марифу Пираеву, она должна быть соответствующая. И открыто говоря, да, вот все мои бои, которые были до этого, я прям вот смело могу сказать, что я откровенно не готовился. Люди, которые меня знают, я тренировался самостоятельно. Вот. Ну, типа соло. Иногда получал рекомендации от тренера. Вот если ты все-таки проиграешь, ну, где-то в другой вселенной, гипотетически, вдруг где-то там ты проиграешь, не будет ли такого, что, ну, вот это вот весь такой хайп, он, знаешь, как в этом фильме, да, там, и снились мне братья Алиевы, ну, бывайте, ихтиандры, да, то есть не будет ли такого?
Да не, останешься ли ты вот здесь и будешь распирать? Да не, это для меня, еще раз повторюсь, основное это профессиональное ММА. Я дерусь тут между боями. Даже выиграю, проиграю, неважно, я буду двигаться дальше. Это окей, всего лишь... Не спорт. Шагу назад. Евгений Моряк из Крыма Курданов слева от Андрея Николаевича и Мариф Пираев. Боевая стойка, смотрим прямо в душу, душевно в душу, от души. Злейшее противостояние, это реванш, это полуреванш, называйте как хотите. Но самое главное, что это два интересных бойца, которые идут до конца. Уважаемые гости, добро пожаловать!